Ну, тренер сказал, чтобы мы не волновались, чтобы мы играли командно. То есть каждый должен был играть за другого. И именно этот командный дух, который был у нас на протяжении всей игры, помог нам выстоять, даже несмотря на то, что мы выигрывали, потом пропустили рывок. Но все равно, благодаря поддержке каждого члена команды, мы смогли выиграть эту игру. Да, нам было тяжело, но все равно мы прикладывали все возможные усилия для того, чтобы добиться этой победы. Вчера сделали работу над ошибками, которые допустили в прошлой игре. Ну, это принесло свои плоды. Да, это и вчера была у нас такая проблема, и сегодня. Ну, может сказываться какое-то волнение. Это все-таки, вот мы с грузинами играли, это только вторые такие товарищеские турниры. У нас будут еще игры с белорусами. То есть, ну, я думаю, этот компонент поправим. Будем тренироваться, улучшать свой процент попадания. Самое главное, что в раздевалке сказали ребятам, что вот и люди приходят и все говорят, вот Турция хорошая команда, Турция хорошая команда. А я им сказал, а мы что, не хорошая команда? Почему, чем мы хуже этих турок или там других команд, с которыми мы будем играть? То есть мы хотели усилить эту уверенность. Потому что они тоже хорошая команда, которую тоже нужно уважать. Которая, чтобы не Турция играла первым номером, а мы играли первым номером. Так это получалось, конечно, первую половину это получалось довольно так очень хорошо бежали. Вот, но чуть-чуть, конечно, вот что получилось в второй половине, груз фолов, это раз. И, конечно, уже такой темп продержать все 40 минут было тяжело. Вот, это и смазанные фолы, и это и трехочковые, которые не попали, вот под нагрузкой уже получилось. Ну, нехватка чуть скамейки, но вот, все равно выстрелили в тяжелой борьбе. Очень приятно, что при таких условиях, что был вообще очень серьезный накал, турки очень нажимали, но все равно выстрелили, победили, это очень приятно. Вот, они просто поддались на эту провокацию, мы постоянно им говорили, сейчас будем, конечно, будем над этим разговаривать и работать, что этого нельзя делать. Никак оно не красит у нас. Two games is good. Ukraine is a good team. Tough team. Bizim için iyi olduğunu nasıl söyleyeceğiz? Yeah, I don't know why. Maybe players a little bit tired. Continue to practice. It's hard. I don't know why. I don't know. We miss shot, a lot of shot miss. Kötü oynadık yani. We bad play. Yeah. We bad play today.